Метод Шарко был придуман более 100 лет назад. По сути, это массаж тела струями воды, температура которой меняется от 20 до 40 градусов. Считается, что такой контраст вызывает прилив крови к органам и тканям, что помогает работе сосудов, выведению шлаков и повышению тонуса клеток кожи. Сегодня душ Шарко используют не только в кабинетах гидротерапии, но и в спортивных центрах и салонах красоты. Спортсменам рекомендуют такой массаж для расслабления мышц после тренировок. Один из приятных косметических эффектов – улучшение рельефа кожи и избавление от целлюлита. Он рекомендован людям, у которых сидячая работа. Он помогает снимать напряжение позвоночника и мышц спины, борется с лишним весом, а также борется с целлюлитом, подтягивает кожу, придает ей эластичность и упругость. Подготовки такая процедура не требует, но без консультации с врачом не обойтись. Гидромассаж противопоказан при выраженных сердечно-сосудистых патологиях, склонности к кровотечениям, острых воспалениях и ряде других заболеваний. Ряд, конечно, противопоказаний, как и у любых процедур, имеется. Это варикоз, гипертония, беременность, заболевания кожи различные. Такая процедура, она болезненная, появляются синяки, поэтому нужно смотреть на состояние кожи. Если все-таки гематомы, синяки появляются, то нужно периодичность увеличить там, и посещать через день, либо через два дня. Если нет проблем с синяками и здоровьем, делать гидромассаж можно каждый день. Но не стоит ждать мгновенного эффекта от 10-минутной процедуры. Душ Шарко советуют проходить курсами по 10-15 процедур 3-4 раза в год. Для похудения, улучшения физического и эмоционального состояния совмещать с правильным питанием, косметическими обертываниями и физическими упражнениями.